Добрый день, друзья. Наконец, более-менее что-то попалось на приемке. Вот. Магнитный патрон. Но он что-то, по-моему, не работает. Сейчас я вам что-нибудь продемонстрирую. Ну вот. О, дождь пошел. Так, секундочку, что-нибудь найти такое. Ну, то есть вот, висит, но оно как-то очень легко отходит. И вращение не дает, не прибавляет, не убавляет. Вот, в рабочем состоянии стоит очень прилично. В таком не знаю, я не увидел в объявлениях, поэтому даже не знаю. Может, вообще никому не нужны, но вот это, по-моему, алюминий. Ну, то есть, как минимум, свои деньги я вернуть смогу. Либо заработаю что-то. Так. Значит, взял кусок диска. У меня маленькая болгарка, как раз такими еще можно резать и резать. Пускай будет. Вот взял такую чашечку. Ну, не знаю. Почистить надо. Может, продаст. Ну, я думаю, тоже все равно весит меньше килограмма. А с учетом ее за полтинник всегда продать можно. Уже в плюсе. Так. Ну вот эта вещь не сильно нужна. Ну, взял очередные ножницы. Их плохо берут, ну. Как-то берут. Если так много, опять же, не просить, то можно копейку. О, мечта детства. Потом пришла мысль, давно стоял, взять вот этот рубанок. Здесь немножко ручка отломана. Ну, я просто подумал, он весит где-то в районе килограмма рубанок. Меньше даже такой должен весить. Если его продать даже за полтинник, я уже в плюсе. Если его продать за 150, то я утраиваю деньги. Так, взял вот такой вот, не знаю, живой, не живой. Блин, а зачем я его взял? Ну ладно, смотрим, зачем я его взял. Мне показалось, это антенный. Сейчас что-то у меня сомнения есть. Антенный ли это коннектор? Ладно, взял вот такой ключик на треугольный. Здесь вот такой. Не знаю чего. Такой вот. Шикарный самодельный колокольчик. Вот, живой, не самодельный. Много сломанных было. Секатор, ну это вот так, на обмен. Вот, что-то взял такую вот колодку. Тоже не знаю, нужна ли мне она.
Сарный уголочек. Помню, что-то есть. Нет. Есть. Калибр 70/70. Циркуль. Так, ладно. Штекер. Так, еще ручки. Такая вот ключик. Небольшой, не знаю чего, мне нравится. Так, еще ручка, гаечка, барашек. О, для шитья карабинчики и полукольца. Уставший уже фреза. Ну, вот оно, толстенькое какое-нибудь. Железки там, не знаю, ножи делать. Можно опять же как эту сдать металлолом. Это ценный металл. Еще сверлышко. Ключик. Здесь эти щупы выставляют, по-моему, зазоры там какие-то. Не помню, что. Что-то, ну, типа в двигателе что-то. Опа. Еще угольничек. Это запчасть от этого. Так, что-то с горяча взял сейчас. Еще одной части не хватает. Ладно. Пряжечка для шитья. Вот этот прижим от рубанка. Вот они, ручки. Получается, две длинных и три таких. Собственно, так, ну тут 9 килограмм там получается,
если по деньгам, я не знаю, чашка, там пускай сотка, 150, 250, опять же не знаю, там, не знаю, 30, 280, не знаю, там за 20, 300, там, не знаю, за полтинник 350. Ну, да, что у нас там? Эти, сотка 400. Допустим, 500. Вот этот. Сотка 600. Не знаю. 150. 750. Ну, по режиму он пойдет. Пригодится. Не знаю, вот это я не понял, прав я или нет. Так, что 750 есть. Вот эти, может быть, просто на метр разобрать их, латунь. Если не пригодятся. Что еще? А, вот, сотка. Разводка для пилы, забыл показать. 800. Видел, за 900 пытаются продать, не знаю, берут или нет, постолько. Сотни три, думаю, должен стоить. А ручки, ну, такие могут и по полтинничку стоить. Ну, допустим, эти еще полтинник и три, там, не знаю, за сотку 150. Ну и, соответственно, этот, не знаю, сколько стоит патрон, за сколько может уйти и уйдет ли. Ну, там пару сверл, пару шарошек, вот, ну, шарошки для себя, там сверла тоже пока для себя. Фреза, не знаю, может, что-нибудь, какой-нибудь ножичек сделаю. Можно сдать. Хотя, опять же, почем она, есть ли смысл. Вот. Ну, опять же, можно попробовать продать за какой-нибудь там полтинник. Солдатик, не знаю. Ну, может, кому-нибудь подарить. До кучи куда-нибудь его, за десятку там, ну, вот так вот. Ну, короче, вот. При хорошем раскладе можно, может, 1000 быть. Ну, плюс патрон, я не знаю, сколько он. Ну, и вот, древко. Вот это мне, конечно, понравилось, шикарно звучит. Ну, и вытачивать так вот. Должна быть нержавейка. Такая вот. Вилы были, что-то я затупил, не взял, в плохом состоянии. И их надо было взять, поменять. Там на кое-что. Сковородка была в отличном состоянии. То есть, ну как в отличном, просто новая, советская. Где-то лежала с советских времен. Вот, ну а так особо. Голова от станка лежит. Большая. От большого сверлильного, промышленного. Ну, это уже не мой уровень. Там она. Надо уже воровайку. Вот. Ну вот, я надеюсь. Секатор на что-нибудь выменить в районе сотки, рубанок полторы, там сотни, 250. Ну, то есть вот такие вещи, с которых можно по-быстрому отбить, а остальное там уже будет, ну, когда-нибудь. Вот.
Ну, или там смотреть уже себе, оставлять на себе. Вот я вот просто... опять же, вот эти я не знаю, сколько стоят. У меня их уже четверо разных. Ну, опять же, можно попробовать, может, для каких-нибудь работ хватать. Какие-нибудь проводочки, запчасти. Ну вот. Ну, метчик не знаю. Просто длинный. Ну, до кучки пускай будет. Вот, а вот это вот сверло хорошее. Видите, оно длинное, такие редко попадаются. Ну, в районе 5. Не знаю точно. Вот. Допустим, ручку для ножа хотим сделать. Вот оно. Вот самое то. Чуть толще, чем фреза. Вот мы чик-чик. И можем вот. Вот если рука хватит. На всю длину можем просверлить. Соответственно, хвостовик можем накручивать. Ну, длинные такие, хорошие сверла. Вот. Ну, это опять же я пока подумаю, почищу, сравню. Бывает надо такой маленький, удобно. Чик, приложил. И в последнее время мало что делаю, но тем не менее. Может быть, как раз маленькие оставить, большие. За ненадобностью. Вот. Ну вот концеркуль у меня, по-моему, есть побольше, поинтереснее. Ну, поэтому маленький можно смело продавать. Вот. Ну, ножницы, я думаю, долго будут уходить. Как-то. Ну, не ходовой товар, опять же, там сезонный. Вот. Ну вот такая вот история. Благодарю за внимание. Всего доброго.